Здравствуйте, дорогие мои друзья. Вот, пришли пакеты из Ашана, но единственное, что я удивляюсь, столько пакетов почему-то можно сложить в один пакет. В общем, здесь сумма покупки должна была без акции, она была бы 2 900. Ну, 3 000, грубо говоря. 3 900? 3 900. А так она у нас сколько вышла? 2 600. Ну, 2 500. Вот, а так она вышла 2 500 с копейками. А чё, круто, правда? Ну, сделаю обзор немножко попозже, друзья. Здравствуйте, дорогие мои любимые друзья. Немножко покажу вам набор продуктов. Это все из Ашана. Вот, любимый клиент, поздравляем вас с наступающим Новым годом. Вот такую вот открыточку подарили. Вот, это покупочка. Вот я сейчас вам поближе все покажу. Тут огурчики, и томаты, и сыр, майонез, тимьян. Банка зеленого горошка. Такая большая пришла. Ну и по цене нормально, недорого. Вот. И еще здесь немножко вот святой источник я заказываю всегда. Сейчас вам еще покажу. Вот такие вот пакетики. Вот. Еще, значит, две воды. Маги. Здесь вот окорочка и крылышки. И филе. Две мороженки. Мидии. Туалетная бумага. Это мой чай. Вот. Так что все как-то вот так вот, друзья. Вот. Ну, немножко вам показать обзор. Тоже хочется, правда? И опята, и шампиньоны, и кукуруза сладкая, огурчики от дяди Вани. Вот. Мини-томаты, вязовку. Это все, друзья, потихоньку, помаленьку, чтобы потом не бегать к Новому году. Ну и Стефану моему, конечно. Желаю вам всех благ, всего самого наилучшего, друзья. С наступающими праздниками. Заказывайте. Если кому-то нужна будет ссылка на доставку, я оставлю код и номер, адрес, номер, все, куда нужно обратиться. Вот грецкий орех тут. Сыр вот такой вот. От компании Быстров каша. Тимьян. Потому что в Пятерочке не всегда бывают такие продукты, которые, вот, например, есть в Ашане. 900 рублей скидка, мне говорит дочь, при покупке 2 500. То есть будет на 1 500. То есть будет на 1 500. Вот. Ну все, друзья, показала. С наступающим. Тимьян, кстати, друзья, я добавляю в креветки. Очень вкусно. И вот мой котик любит суп. Кошачий. И достаточно хорошая акция. То есть, Лен, за сколько мы взяли? За 14? За 14 рублей мы взяли. А так в магазине он стоит 18-20. А огурчики дядь Ваня сколько стоит, Лен? Ну, вот в Пятерочке 179, а мы взяли за 155. Вот в Пятерочке 200. Так они стоят 250, в Пятерочке 179, в Ашане мы купили за 159. Какие еще тут скидки были, Лена, на что? Ну вот фруктовый коктейль. Фруктовый коктейль? Стоил 240, мы за 109. А где тут фруктовый коктейль? Как, ну? Тропический фруктовый коктейль сколько стоит? 109. 109, а так обычная цена? 249. Ого, приличную. Так, 249, а мы за 109. Вязанку за 139, а так в магазине, да, я знаю точно, 250. Ну, вот, друзья, мне подсказывает дочка, потому что с моей памятью я, ну, сами понимаете, могу упустить кое-что. Лен, каша Быстров, а грецкий орех? Каша Быстров 19. А грецкий орех? 160. 160. И гурманский сыр вот такой вот, не знаю, копчи. Все по акции. Ну все, друзья, я надеюсь, вам ваше любопытство. А вот мидии, Лен, скажи, сколько? А мидии вообще супер. Они тоже стоят 300, мы купили за 150.
В общем, мы купили за 150, да, но все знаете, друзья, какие дорогие морепродукты, так они по 300. Ну все, надеюсь, я вам озвучила все как нужно. С наступающим еще раз Новым годом, мои золотые друзья, мои любимые. Зайка вам передает привет и все вас целуют крепко и обнимают. Здравствуйте, мои золотые. Ну еще я вам покажу подарочки. Это вот полотенца эти все. Здравствуйте, дорогие мои любимые друзья. А сейчас я вам покажу еще покупочки свои. Вот эти вот покупочки все из Фикспрайса. Вот. Вот такая елочка. Там разные оттенки. Есть зеленая, есть серебристая. И еще, по-моему, такая, как в виде желтой россыпи. Вот. Это тоже новогоднее украшение. Вот такое вот. Похоже и на елочку, и на лист. И очень красиво смотрится, друзья. Вот. Вот такие вот, друзья, полотенца. Запряженные олени. Кстати, полотенца очень качественные по составу. Сколько раз я ими пользуюсь. И, ну, естественно, нельзя там их, конечно, так эксплуатировать сильно, чтобы прям в горячем кипятке кипятить. Но все равно, что мне нравится, они оставляют долго оттенок. То есть не смываются. Вот. Не, зачем ты на этом, на белом? Не видно. Почему не видно? Все видно. Вот сюда положи прямо и все. Положи, не надо. Вот. Вы знаете, моим внукам так нравятся коняшки. Мы вот за этой коняшкой гонялись. Мы ее не успели купить в Фикспрайсе. И нам пришлось заказывать. Представляете, их так быстро раскупили. И вот моим внукам сильно-сильно понравилась вот эта вот лошадка. Вот. Правда чудо? Вот. А это, друзья, тоже в Фикспрайсе. Вот на такой вот, ну, как прикрепляется к любому, ну, что вам угодно. Можете к елочке, например, украсить елочку. Можете вот так вот, ну, на любую новогоднюю штучку прилепить. Они есть красных оттенков, зеленых. Ну, я вот видела только вот такого изумрудного цвета и красного. И цена выгодная, да. Вот. Еще, друзья, я приобрела вот такие вот игрушки, не игрушки. Ну, так они красиво смотрятся. Видите, снегири. Вот такая вот на елочку. Вот я вам покажу. Конечно, не для этой елочки, но вот, в принципе, подвешать вот так вот было бы очень красиво смотрелось, великолепно. Вот. Так, что вам еще? Ну, такую посуду вы, наверное, уже видели в Фикспрайсе. Это очень сильно нравится. Такая тема моей доченьки. Сейчас скидки. Я, да, сейчас скидки я решила купить. Это тоже не из Фикспрайса. Нет, это не из Фикспрайса. Это я покупала в другом магазине. Но тоже подарок. Ну, свечи всегда пригодятся на любое новогоднее торжество. Поэтому я тоже подкупила их. Ну, пряжу вы видели, я всегда беру пряжу для вязания. Она очень хорошая. Здесь очень много шерстяного состава. Ну, единственное, что, ну, кто вяжет, он знает. То есть использовать ее для вязки. Но она такая, как вам сказать, синтетическая нить, более мягче для вязки, чем нежели это. Но это очень теплая и качественная по составу. Вот сковородка тоже из Фикспрайса. Вот так вот в новогодние праздники что-то, знаете, быстренько поджарить. Я ее не использую, конечно, каждодневно, но все-таки. Вот. Вот такая это вот. Это не из Фикспрайса, это фруктовница. Вот. Тоже очень мне понравилась. Полка, корзина для фруктов называется. Вот. И две птички. Я вам уже показывала в том видео, ну и сейчас покажу. В общем, друзья, а подарочки будут в следующем видео. Ну, хоть немножко ознакомила вас с покупками из Фикспрайса, и то я очень рада. Всего вам доброго, мои золотые. С новогодними праздниками вас.
Ну и еще, друзья, я вам немножко покажу. Вот такая вот супница. Она так и называется. Вот в таких коробочках разные модели. Вот. Она называется кастрюля-супница, жаропрочная, керамическая. Очень такая красивая, уютная. Вот. И готовить можно и в духовке. И да хоть как. Очень такие красивые цветочки. Вот. Такой вот чайник. Это я всегда к Новому году готовлю в подарочки. Ну, чайники такие всем знакомы. Так вот прожимаешь, под прессом заваривается. Очень красиво. Вот такой вот тоже чайник. Тоже тут вот мне что нравится, что есть сито, ничто не будет, как говорится, расплескиваться. Вот он тоже. Вот очень красивый чайник. Это прям китайское. Они же там вот чаепитие такое всегда. Вот. Такой вот чайник. Из него очень вкусный чай. Я не знаю, что это за посуда, но как глиняная. Вот. Такие вот всегда пригодятся. Ну, когда варишь для супа. Вот такие вазочки всегда будут к месту. Эти под горячее блюдо, подставочки. Вот такая вот Илиада вазочка. Вот. Всегда под что угодно можно применить. Вот такие вот чайники. Это я достаю и немножко готовлю к Новому году подарочки, потому что много знакомых, родственников. И вот так вот все. Ну, надеюсь, я вам немножко показала, и то я рада. Всех вам благ, мои золотые, с наступающим Новым годом. Вот еще такой вот чайник. Красота. Красота. Так что я всегда перед Новым годом сортирую подарочки, подписываю. Ну, такой вот. Я люблю новогодние праздники. Всегда. Как-то с детства у меня этот праздник. Именно Новый год и праздник 8 марта для меня. Ну, я не знаю, как-то вот они в душе мне. Все, дорогие друзья, всех вам благ. И пусть все в жизни будет на отлично. Ну и в этом видео, друзья, я хочу вам продемонстрировать вот такую вот сковородочку. Очень мне нравится сталь, из которой она изготовлена. Ничего не подгорает. Потому что в моей практике была покупка такой же сковородки. Ну, честно говоря, почему-то все в ней подгорало. А потом я уже, ну, немножко, будучи наученной горьким опытом, узнала, что очень много зависит вот от дна. Вот. Такая вот сковородочка. Все тут к ней есть. Вот. И вот такая вот крышка. Мне что нравится, там, простите, в этой посуде, ну, что она именно вот из стали. Вот такая крышка. Вот. Показываю для вас. Очень удобная в использовании. У меня вторая уже такая, я себе еще взяла. Ну и термос. Термос. Потому что часто приходится ездить, и где-то чай хочется попить. Вот этот термос очень хороший. Вот. Я уже брала такой. И еще раз взяла. Вот. Не знаю, как тут называются эти компании. В общем,
Это вот для кастрюлей. Ну да, это вот от термоса. Так что немножко хоть вам показала, вам тоже интересно, правда ведь, мои дорогие? Ну все, мои золотые. На этом пока заканчиваю свой обзор. Хоть немножко вам показала, и есть из чего составить видео. Я тоже рада. Всех целую. Дорогие мои друзья, еще раз с наступающими вас праздниками. И спасибо вам огромное за комментарии, за ваши теплые слова. Для меня это очень-очень дорого. Ставьте лайки, не забывайте. Вот. Мне будет очень приятно. Я захожу на ваши каналы, всем смотрю, всегда проставляю лайки. Ну и, конечно, хочу взаимности. Всех вам благ. И пусть все-все в вашей жизни будет хорошо.